На конкурс дети читают стихи. Дима Титов, 8 лет, село Тинск. Александр Сергеевич Пушкин, «Зима». Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистых взрывая, летит кибиткой удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, салавку жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.